Всем здравствуйте, меня зовут Елена, канал «Счастливая улитка». Сегодня в видео покажу простые рисунки для детей, которые я рисовала на камеру за октябрь. Начну с простого пейзажа гуашью. Его сможет нарисовать ребенок. Дальше простые рисунки карандашами. Приятного просмотра! Два рисунка с тыквами рисовала на планшете. Очень простые рисунки для детей, чтобы ребенок смог повторить. Это все короткое видео на сегодня. За октябрь я нарисовала на камеру 12 простых рисунков. Они и другие рисунки, большое количество рисунков, собраны в одном плейлисте. Ссылка на него, на этот плейлист, в описании. Это все видео на сегодня. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за внимание. С вами была Счастливая Улитка. До свидания.